Вне грация, гибкость и пластика, а сколько духовной силы. Художественная гимнастика навеки в себя влюбила ту школьницу очень смелую, в которой талант безмерный, и в сердце ее вселенная, что быть помогает первой. В советское время сложное, не раз чемпионкой стала, старательная, надежная, сокровище Узбекистана. И жизнь посвятила главному, призванию, что от Бога. Став девочкам юным мамою, трудами добилась многого. Ведь у тренеров рождаются достойные чемпионы, а женщина эта останется иконою для миллионов. Красива и самоотвержена, что голосу Бога внимает. С кем строгою быть, а с кем нежною, она, безусловно, знает. В ней все. И улыбка весенняя, любовь с материнской заботой, и мудрость, и юмор с терпением, и женской изящности ноты. И падая вновь поднимаются спортсменки, чтоб к цели стремиться, и лучших наград добиваются, их тренер, как крылья для птицы. И слух невозможного требуя, всегда результат получает. Она аплодирует первое своим, кто страну представляет. Поистине неповторимая и гордость России, и сила. С душою открытой, ранимою, все сердце в работу вложила. Пусть ею весь мир восхищается на олимпиадах спортивных. Ей небо всегда улыбается, ведь это Ирина Винер.